Пара-пара-па-пам. Пара-пара-па-пам-пам. Опять умру с этой берстовкой обоссанной в руках. Чё, кто-то падал, интересно, со мной? Один снайпер этот обоссанный. Вот людям заняться нечего. Это что еще, макатайские, да, стрим-снайперы? В розовых этих... болках. Цвет очков, через которые ты смотришь на мир. Спасибо, Ока. Спасибо. За донатик. Очень приятно. Так, ну а нормальных пушек, хотя вот миник есть. Можно с миника попробовать ему хлебало прострелить. Здарова, Дима. Смотрю тебя уже давно. Хочу лишь пожелать удачи в развитии аудитории. Здорово, тезка. И чтобы ты был всегда здоров, чтобы часто стримы выходили ГГ. Можно, пожалуйста, сердечко наверху с улыбкой? Ой, это что-то слишком... слишком бабская тема какая-то. Наверное, нет. Не-не-не. Не, Димка, ты давай с этим завязывай. Ни хрена у него лут. Я тут бегаю, блин, не знаю, что взять. А у чел две восьмерки тупо. Ничего себе. Сердечко в вебку. Не-не-не-не-не. Не надо тут. Я знаю, там потом скриншотов всякие наделают. Везде это скидывать начнут. Не-не-не-не-не-не-не. Сигны я еще не раздавал. Нёп. Так, тут походу все съедено, и походу отсюда этот чел как раз и пришел, да? С бункера. Походу да. Зачем ему две восьмерки, не знаю. Курьером работает. Вот и таскает с собой. Буф, ты какой-то агрессивный, может быть, стоит что-нибудь другое поиграть, а ты уже чересчур с попка горишь. Я вообще не горю, в смысле? Вы видели, как вообще горят в играх? Вот, я не горю совсем. Опа, это надо забирать, это надо забирать. Два глаза, две восьмерки. Он хотел себе бинокль соорудить, да, изоленту искал. Здоров, Скифуха. Что ты знаешь о горении? Да.
Не, я вообще спокойный молодой человек. Как в этом, в операции И. Бабуля Божий одуванчик. Ух ты, крыса обоссанная. Да блинский ёж! Сейчас спину тут убьют пока. Хочу этот супер мув сделать. Ай. И нахрен, короче. Чё, сюда нельзя запрыгнуть, что ли? Я типа хотел запрыгнуть, а потом на крышу залезть и... Шпилевиль его сделать. И еще, по идее, кто-то должен быть в том квадрате через дорогу, который. По идее. Но это не точно. Ни хрена их там еще, вообще миллиард просто, их еще двое там, к минимуму. Вот пацаны, ребята, вообще любители посидеть, конечно. А, ему дал голову и тело. Это дерьмо дамажит, как, блин, водный пистолет. Интересно, где второй? Мне сейчас второй может законтролить. Аптек еще нет, вот что хреново. Блин, капец, он далеко, я передержал уже. Город опускается туман. Тосты! Приветствую, Дим. А как же крыски, стелс и т.д.? Тосты! Ладно, друг мой, спокойной ночи. Спасибо, Шадоуард, спасибо. Димка, давай, доброй ночи. Еще чел должен быть. За которым я, собственно, шел. Куда он пропал-то? Это другой, это который с М24 был. А еще где один перец? Как обычно, просто начну лутать, и этот хер меня убьет. Я знаю, как тут эти ребятушки играют эту игру.
Хила тоже нету, одни бинты. Держу в курсе. Прикольно, пацаны катают без аптек. Так, надо, у меня же еще один чел не лутанный на трехэтажке. На двухэтажке с крышей, точнее, надо его чекнуть. А потом уже и в зону гнать. Фига себе, зона далеко. Может, хоть у того аптеки будут. Здорово, Вань. Того зона, говорите, убила? Окей. Че, он вообще без хила, что ли, был? Как она его убила? О, да, две аптеки. Так, сейчас бежим за своим атаком и все, и валим отсюда нахрен. Тут что-то какая-то дичь. Про моток не забудь, так я к нему и бегу. За мотоком, да. За моточелусом бежим. На нем быстренько домчим в зону. Капец, зона ушла, блин. На мильту шифтанула жестко. Ты всю ночь стримишь? Нет, не всю ночь. Мистер Икс, да, были парочка. Но такие слабые, без киллов. Димок, здорово. Успехов тебе на канале. Если не сложно, расскажи свой самый любимый анекдот. Я не знаю анекдоты вообще. Даже как-то их не запоминаю. Тем более каких-то любимых у меня точно нет. Особо не угораю по анекдотам. Спасибо, Андрюх. Здорово, хейт. Главное не разбиться, но это будет обидно. Сейчас зона идет. Колобок повесился. Да, нормальный анекдот. Слабые по 8 киллов и нормшоты. Ну так 8 это мало. Ёбаный туман, ничего не видно вообще.
Как бы с юмпапом атаку стрелять? На самом деле, когда я его увидел, я думал, мне сейчас жестко прилетит вообще от него. Там, видимо, не очень сильный чел был, еще и с юмпом. Был бы чел с аэркой, он бы мне нормально по шапке надавал, скорее всего. Конечно, дебилы уже друг с другом не можете постреляться. Падла, мотак тебе, что сделал плохого? Блин, отсюда его не видно, конечно же. Блин, за кон дерево за это перебежал? Или за это? Дурной, что ли? А что тут душатся? Какие-то чел какой-то ездит, с тачки стреляет. Блин, ты, может, пикнешь уже, задолбал? Когда я его пикаю, он прячется. Запарил, запарил ты меня, запарил. А иди нахрен. Очередной мамкин киберспортсмен какой-то, который попадает во все просто. Я хочу понять, откуда чел по мне стрелял. Струлял, накидывал. А вот это дело бы засейвить нам, на самом деле. Найс, без бенза. Без бенза, мотак. Умер. Умер.
Пам, па-бам, пара-па-пара-пара-пара-пам, па-бам. Как душат-то? Броня убитая в хлам еще. Даже не лута, на прикинь, тут кто-то сидит сейчас. Я вообще запрорусь просто. О, ништяк. Это подгон, конечно, лютый. По пустыне идут два типа навстречу друг другу. Один и краткая с клеткой. Двой с рельсой. Двой спрашивает: нахер тебе клетка? Один и краткая говорит: от пустынного зверя внутри пульс. А тебе нахер рельса? Двой отвечает: выходит на меня зверь пустынный из-за бархана. Я рельсу бросаю и налегке от него уебаю. Понял. Блин, я боюсь с этим челом долго пикаться, что мне шара какая-то прилетит опять. Мне охота по-тупому сдохнуть уже. Надоело за сегодня тупо подыхать. На размене хапнул, чувак, нормально. Словил грустяшку. Туда справа может кто-то еще быть. С горы может чел быть, который на баге уезжал. Он, скорее всего, сразу дальше уехал, наверное. Занял прям край, мне кажется. Пам-пам, все, блин, с болтовками, все мамкины мастера, снайпера. И ваншоты вешают, я уже боюсь даже пикаться против таких. Я чё, от зоны сдох или чё, где он? Да блин! Это прикол какой-то, короче. Ну, в смысле, ты от зоны сдох? Ну, дядя! Ой. Блин, у меня пятерки заканчиваются. В том челике были пятерки? Что этого с вазика не высадил? Что этого не убил, он от зоны сдох? На краполях каких-то? Я говорю, сегодня день какой-то просто анлакич полный. Просто unlucky стрим. Бенз в здании. Так мне тут бенз уже не нужен. Зачем? Тут уже зона такая пешеходная. Бенз уже не нужен. Это единственное, сейчас я так буду двигаться и могу в бутер угодить. От того чела с гарика. Как близко это было. Привет, Дим. Как всегда, красиво ты хаешку кинул. Да еще и двух подряд зашатил. Чат, привет.
здесь много еще в живых так-то. Это она налево играет. Надо зоду тут крутить, короче. Ну там, блин, такое место, там в скалах могут сидеть, короче, мыши эти. Надо как-то супер аккуратно сейчас через скалы крутить. Чтобы на мышей не напороться. Хотя что-то весь движ где-то на заводе у нас происходит. Тут я прям уверен на 100%, что здесь какая-то мышь сидит где-то. Спасибо, Паш. Спасибо за подписочку. Правда, чуть не вовремя опять, потому что тут я сейчас ничего не буду слышать из-за нее. Спасибо тебе. Или что, они тут перестали сидеть, все ушли сразу на завод? Ребенок, мама, что такое черный юмор? Мама, видишь вон там мужчину без рук? Скажи ему похлопать в ладоши. Ребенок, мама, я же слепой. Мама, вот именно. Ни хрена не слышу я. Шуточки нормально подъехали, да, шуточки, шуточки. Я хочу, чтобы вот эти камни все закрыло, чтобы прям на Верочку знать, что тут никого нету. И пойти уже что-то мутить-крутить сюда. Блин, под деревьями могут лежать. Привет, мохнатый. Здорово, лежатый. А, это топ-1, понял. Понял. Тосты! Знаете, почему в Африке нет аптек? Вопросительный знак, потому что таблетки на голодный желудок принимать нельзя. Что за приколы пошли? Е-бой! Вот это уже можно, вот это уже нормальный топчик. Хороший. Хороший топчик, хороший. Ребят, прожимайте лайки, не забывайте подписываться. Кто еще не подписан, если здесь такие имеются, конечно. Не знаю, красивая катка, красивая. Правда, просрал пару киллов. Одного на вазике упустил, мог убивать, но я говорю, у меня сейчас проблема. Чтобы челиков из тачек высаживать, я вообще не попадаю по ним. И один от зоны сдох, сейчас бы уже 16 киллов было. Печаль.